Валера очень долго раздевался, хотя это должно было быть одним движением. Он отказывался превращаться в элегантные шорты легким движением, но превратился благодаря моей физической подготовке. Но сейчас я ушел из большого стриптиза, но вот осваиваю кулинарные навыки. Будет достаточно эффектное начало. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, тык, фудук, пидык, пидук, пошла. Думаю, что это будет очень интересно, так как мы практически освоили новую профессию. Надо яичницу, чтобы была. Мы резину найдем, она будет падать туда, как влетать. Вот смотри, ты меня держишь, вот, да, согнул. Я сама поехала, тебе только наверх делать движение. Вот я пошла, и ты только наверх делаешь. Я все понял, давай. Сейчас больше страх у меня, потому что мы вводим новые элементы. Ну, буду объективным, уверенности никакой не наблюдается. Самое сложное – это не элементы. Элементы – это навык, это можно все сделать на палубе. Самое сложное – это научиться скользить, кататься на коньках. Первое хорошо идет. Вниз, не понимаю, почему. Да ничего, там нормально, просто не тороплюсь. Нормально. У нас есть сырые знакомые, сейчас я вспомню, как Илья Авербух есть такой. Он тоже, Илья, молодец, он участвует активно в наших тренировках. Нам ближе шутка, нам ближе движение, рок-н-ролл, твист, блюз. То есть для нас, как бы, наверное, вот этот репертуар Валеры, он для нас ближе всего. Классно, Вера, давай катали. Твою мать. Мы стараемся с Ирой Лобачевой кататься не скучно. Встречайте, Ирина Лобачева, Валерий Сюткин. Судя по этому оригинальному выезду на лед, можно предположить, что нас ждет очень экстравагантный танец. Зрение эмоций превосходно, но я хочу обратить внимание телезрителей на техническую сторону этого танца. Дело в том, что Валерий Сюткин исполнил довольно сложную параллельную дорожку шагов, не побоялся ее сделать и сделал ее, не держась за партнершу, не прибегая к помощи Ирины. Вообще, Валерий прогрессирует, и я хочу сказать о том, что ему ведь очень непросто. У него такая партнерша, именитая титулованная фигуристка, и надо стараться соответствовать ее уровню. Конечно, это непросто. Валерию, который никогда не занимался фигурным катанием, но он старается это делать. Старается, и у него очень многое получается. И с каждой неделей получается все больше и больше. Я думаю, что... Ну, мы пока не знаем, какие оценки. Сейчас увидим, но судьи должны оценить параллельную дорожку шагов. Просто идеально отгадал. Там был у меня на тормозе, на моточке. Но я собрался и сделали. Дорожку сделали изумительно. Просто точка в точку. Растешь. Хорошо, понравилось. Оценки Ирины Лобачевой и Валерия Сюткина. За технику 5-8, 5-5, 5-7, 5-6.
6-5-7. Средний балл. 5, вы, наверное, 7, слышите, 5. Как зрители скандируют «мало». Они недовольны выставленными оценками, считают их низкими, и я с ними согласен, кстати говоря. 8. Средний балл 5-8. Пока Ирина с Валерием занимают третье место. Сумма 11,5. Вопрос шоумену Ивану Урганту. Почему такой низкий балл? Ну, вы знаете, Евгений, тут ситуация ведь страшная в жюри происходит. Может быть, внешнее ощущение, что мы все тут проводим весело время, с удовольствием смотрим номера, но, по крайней мере, за кадром остается, конечно, кропотливая, тяжелейшая работа. Немногие ведь знают, что на нас на всех одеты коньки сейчас. Когда ты выставляешь бал, ты молишь Бога, чтобы этот бал не был самым низшим. Но иногда, как показывает мой опыт, уже последние минут 6, Бог не слышит твоих молитв. Валера Сюткин, Ира Лобачева, ее муж, физически развитый человек. И ты понимаешь в такие моменты, зачем ты сюда шел, дурак? Ведь масса вещей ты мог сделать. Я отдаю, безусловно, отдаю дань профессионализму, потому что ведь, Евгений, вы даже можете сейчас подъехать попробовать, там же все готово. Я уже пробовал, на самом деле. А вы уже попробовали? Потому что я вначале готовил. А ваш рецепт, кстати? Так тут все повязаны. Я закончу свое выступление на этой оптимистической ноте. Спасибо. Плита, кастрюли, сковородки. Валерий, как вы не запутались во всем этом? Ведь танец был совсем непростым. Тут главное не путать божий дар с яичницей. У Иры божий дар катания, а, заметьте, яичница тоже в сохранности. Я отвечал за сохранность яичницы. Передохнусь, спасибо. Вот мне всегда интересно узнать, какова первая мысль, которая приходит в голову, когда вы стоите в начальной позе и ждете первых аккордов музыки? Ирина, ты спортсменка, тебе сложно. Вы знаете, у меня нет каких-то фундаментальных мыслей. Я не перечитываю любимые книги, ничего. Я просто говорю себе, сейчас мы все это сделаем. Мы сейчас соберемся и сделаем. Вот, собственно говоря, такое, знаете, ощущение, что собираешься в комок, я не прохожу программу заранее. Говоря кратко, мы уверены в своих силах. Сэр. Вы настоящие спортсмены, и вы это сделали. Поздравляем!